Необычный турнир для своих воспитанников устроила футбольная академия «Искра». На поле они вышли вместе с родителями. По словам тренеров, такие занятия повышают мотивацию юных спортсменов. Кроме того, клуб провел открытую серию образовательных футбольных мероприятий в одном из торговых центров Хабаровска. Репортаж наших корреспондентов. Родители вместе с детьми соревнуются впервые. 72 человека разделились на команды. Первое задание – придумать название в честь любимого футболиста. Заявлено было 9 команд, и названия у них такие – Ривалдо, Черчесов, Лев Яшин, Заболотный, Пелемесси, Рональдиньо, Зидан. Пробежать змейкой, по прямой, прыжки в длину, забить гол в ворота. Выиграет команда, которая в сумме получит больше всех очков. Казалось бы, простой конкурс выполняет большую миссию. Тренер может хоть полчаса там какую-то установку давать. Папа скажет «бей», ребенок будет бить, потому что для него самый главный папа. Вот. А если он будет видеть, что папа и мама на одной волне с ребенком, то он, соответственно, больше проникается этим. И влюбляется в этот вид спорта. Когда какие-то мероприятия есть, всегда посещаю, стараюсь. Как бы. Сыну просто нравится, а я с ним всегда. В Академии «Искра», филиал, который есть также в Комсомольске, занимается около 500 юных футболистов. Создатели клуба мечтают, чтобы футбол на Дальнем Востоке стал таким же популярным, как хоккей. Сложно заниматься футболом, если 7 месяцев в году негде этим заниматься, да? Поэтому для этого мы и построили манеж. Заинтересовать жителей края футболом решили также с помощью образовательно-развлекательной акции. На протяжении 2 недель в ТЦ проводились викторины на футбольные темы, проходили турниры по игре в FIFA и мастер-классы по футбольному фристайлу. Также в кинотеатре можно было посмотреть трансляции из чемпионата мира. Принять участие в активностях можно было бесплатно. Было очень интересно, как бы, ну, такой уровень, знаете, в Хабаровске, ну, первый раз мы на таком, честно говоря, с таким сталкиваемся. Призы, подарки, много подарков, много призов. Спасибо большое. Гостем праздника стал и министр спорта Хабаровского края. Вся семья Дмитрия Чекунова – поклонники футбола. Спасибо всем тем, кто футбол любит, тем, кто футбол развивает. Снимаю шляпу перед каждым тренером отдельно взятым, который работает в нашей отрасли. За 2 недели акцию футбольной академии в торговом центре посетили более 1500 человек. Дарья Небора, Вячеслав Гирич, Константин Пестерев. Телеканал «Губерния».